Всем привет, с вами Галактики, и нас ждет, ребята, прохождение игры BioShock Infinite. Вышла она буквально 20 минут назад в Steam, стала доступна, даже с русскими субтитрами, чего я не ожидал. Но это был приятный сюрприз. Игру я решил предзаказать, так как я ее давно ждал, и тем более условия предзаказа были более чем заманчивые. Итак, добро пожаловать в очередной город Утопию, Колумбию. Новая игра. Я в нее еще совсем не играл, потому что, как я сказал, вышла она 20 минут назад. Играть мы будем на средней сложности. Меньше сложность ставить смысла не вижу просто. Are you afraid of God? No. But I'm afraid of you. Побережье штата Мэн. Букер — это мы. As compared to what? Standing? Not standing. Rowing. Rowing? Hadn't planned on it. So you expect me to shoulder the burden? No, but I do expect you to do all the rowing. And why is that? Coming here was your idea. My idea? I've made it very clear that I don't believe in the exercise. The rowing? No. Imagine that's wonderful exercise. Then what? Oh, the entire thought experiment. Excuse me. How much longer? One goes into an experiment knowing one could fail. But one does not undertake an experiment knowing one has failed. Can we get back to the rowing? I suggest you do, or we're never going to get there. No, I mean, I'd greatly appreciate it if you would assist. Perhaps you should ask him. I imagine he has a greater interest in getting there than I do. I suppose he does, but there's no point in asking. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No, he doesn't row. Ah, I see what you mean. Кому что непонятно на английском, внизу есть русские субтитры, они довольно мелкие, но я думаю, качество будет более-менее чем достаточное, чтобы их хорошо прочитать. Так, поехали. Букер. Мне даже было такое имя придумать главному персонажу. Одну секундочку, ребят, я сделаю чувствительность поменьше. Ой. Ну, попробуем так. Would that change anything? It might give him some comfort. Ну, вот, наверное, так будет получше, а то чересчур было. Somebody meeting me here? I'd certainly hope so. It does seem like a dreadful place to be stranded. Странная неизвестная леди. И нас высадили к какому-то маяку. Кто играл в первый BioShock, те, наверное, помню, что начало было тоже там с маяком. Мы упали на самолете в океан и выплыли к какому-то маяку, в который зашли и попали в город. Как же он назывался, этот город? Как давно это было? Честно, ребята, я забыл. Блин. Дьюит. Приведи девочку, и мы в расчете. Это твой последний шанс. Так, окей, с шифтом мы можем ускориться, что-то тут мигает, да? Нет? Нет, это как капли или? Тот же интерфейс. Здорово. Мне очень-очень понравилась первая часть. Я ее, правда, так и не прошел, но в те времена я игры на самом деле проходил полностью от начала до конца очень редко. Booker Dewitt. Очищу тебя от грехов твоих. Да, первая часть была, конечно, чуть более мрачна, чем это будет. Это, ну, мы будем под небесами. Угу, там была монетка на самом деле, да? Я просто ее не взял. Ну ладно, я возвращаться к ней не буду. Я думаю, одна монетка нас не спасет. Но у нас подсвечиваются предметы, которые мы можем заюзать, да? Я, конечно же, буду
постоянно все пропускать. Вот мы вот такие, да? Кого-то графа Дракулу похож. Good luck with that, pal. Вот. Ну, да, первая часть. Hello? Особенно вот первые локации, они были просто шикарны. Безумные, но очень-очень шикарны. Алло? Алло? Нет, не алло? Не алло. Не хотят с нами говорить. Готовьтесь, он уже в пути. Вы должны остановить его. Меня? Что ли? Ну ладно. Кто-то здесь живет. Или жил. Кошелек. Хорошо. Бабло. Ну ладно. Не знаю, зачем это нужно было, но ладно. Окей. Вроде бы ничего интересного здесь нету. Пойдем дальше. Так, что-то было где-то написано, да? Нет? Нет? Да, вот здесь где-то... Понял? А, это на карту я смотрю. О, ничего себе. Далековато так. Ух ты. Shit. Ага. Ну, его, похоже, долго пытали. Явно делали что-то с его зубами, потом его застрелили. Ладно, заберем бабло. И пойдем дальше, дальше, дальше. Туда мы никуда не заберемся. Бочка, груша. Груша, интересно, сразу хаваю. Я вот, честно, уже не помню, что и как было в Биошоке. Ни в первом, ни во втором. Во второй я играл еще меньше, чем в первый. Но он тоже был очень отличный. Я обязательно еще перепройду эти игры все. Вот. Единственное, чего я не люблю, так это пазлов. Мы нашли серебряного орла, что ли? Бабло? Кто это? Видимо. Хорошо. Давайте... Wait a minute, that card. А, я понял. То есть мне нужно один раз позвонить сюда, два раза сюда и два раза в последний. Окей. Один раз сюда. Ждет нас. Вот все пытаюсь вспомнить, как же назывался город в первом Биошоке. Крутится в голове, но почему-то никак не вспоминается. Вот эти вот штуки, они очень смотрятся как-то доброжелательно. Ну ладно. Непонятно, правда, кто мы такой, что за главный герой, кто такой Букер и вообще, почему я сюда приперся. Это не к добру, да. Ой, где пистолет, пистолет? Куда же? Без пистолета это. Вознесение. Аллилуйя. Букер, видимо, был не в теме, что его здесь ждет.
Я сейчас в воду упаду, да, куда-то, что ли, нет? Парашют открылся, прикольно. Здрасте. Здрасте. Никто мне рукой не помахает. О, да. Пальцем в небо. Открыто достижение. Где же русские субтитры? Он привел нас в новый рай. Рапчер. Рапчер город назывался, да? На русском как же? Как же на русском? Не помню. Ладно. Ну, я думаю, я надеюсь, что будут отсылки к первым частям, потому что мир это один и тот же, да? То есть просто после неудачи в первом, во втором? Нет, я не знаю, да. После неудачи в первом Биошоке, да? Неудачи с городом Утопии. Какие-то, наверное, очень добрые люди, но... Так, выходим. Не очень, может быть, умелые люди, что ли. Или где-то что-то они не додумали. В общем, да, в первом городе. И построили второй город Утопии уже не под водой, а в небе. Город Утопия. Чтобы узнать, как добраться до цели, нажмите N. N у нас показывает стрелочку, как в Dead Space. Сейчас-то новая модная фишка, но я к ней как-то спокойно отношусь вполне. Семя пророка... Так, тихо, попасть главное. Семя пророка взойдет на трон и пламенем омоет людские горы. Пророк. Ты что ли пророк? Центр для посетителей. Агнец, будущее нашего города. Так. Конечно, я всегда забираю подношения разным лжебогам. Так, подарок, серебряный орел. Это бабло, бабло в коробке. Окей. Чё, что? Блин, тут тяжело попасть на вот эти вот... Вот, где-то было что-то. Посмотреть корзину. Где была... А, вот эта вот корзина, наверное, была. Как я ее... Ладно. не будем о том, каким местом я ее осматривал. Но, наверное, еще здесь тоже можно... забрать. Денежный мешок. Везде этот бородатый дядька, который ничего общего не имеет с нашими богами. Сцапают. Какой-то мужик в женской ночнушке с галстуком под низом. Город... Извращенцев, что ли? Так, а здесь я не был. Здесь это... ничего, да, что я тут у вас похозяйничаю, ребята. Я надеюсь. В моем чреве созреет семя пророка. О, боже мой. Обожаю религиозных фанатиков. А еще больше обожаю мочить их всех. А, Джей прослушать, да? Я думал, автоматом. Love the prophet, because he loves the sinner. Love the sinner, because he is you. Without the sinner, what need is there for a redeemer? Without sin, what grace has forgiveness? Так. Тихонечко. Я вроде бы включал все субтитры. Почему же
почему же нету субтитров к аудиозаписям. Жалко, но ничего не поделать. Так, сохранение у нас есть интересно. Здесь сейчас еще раз секундочку. Прошу прощения, ребята, наверное, паузочку. Да, сохранений нету, есть только быстрое сохранение. Этого я не очень люблю, конечно же, но ничего не поделать. Так, здесь я был? Да, здесь я был, отсюда я пришел. Окей, идемте. Идемте куда-то туда, куда нам велят идти. Нет, не сюда, да, вот к этому странному мужику. Графика в игре довольно приятная. Атмосфера просто обалденная. Ну, немного не такая, конечно. Не вот, вот в первый Bioshock это для меня... On this day of days, we recommit ourselves to our city and to our prophet, Father Comstock. We recommit through sacrifice and the giving of thanks and by submerging ourselves in the sweet waters of baptism. And lo, Баптиста. If the prophet had struck down our enemies at wounded knee and not railed against the Sodom beneath us, it would have been. If the prophet had just railed against the Sodom beneath us, but not accepted the three golden gifts of the founders, it would have been enough. If the prophet had just accepted the three golden gifts of the founders and not prayed for our deliverance, it would have been enough. If the prophet had only prayed for our deliverance and not led us to this new Eden, it would have been enough. If the prophet had just led us to the new Eden and not purged the vipers of the Orient, it would have been enough if the... Короче. Is it someone new? Someone from the Sodom below? Newly come to Columbia to be washed clean before our prophet, our founders, and our lord? I just need passage into the city. Passage to the city. Вы психи все больные. Brother, the only way to Columbia is through rebirth in the sweet waters of baptism. Will you be cleansed, brother? Он что-то про баптизм говорит, но там в субтитрах нету ничего про баптизм. Что ты хочешь? Принять крещение? Аллилуйя! Примите крещение, чтобы попасть в город. Жалко, жалко, нет у меня бензопилы, я бы сейчас принял бы крещение ваше. I baptize you in the name of our prophet, in the name of our founders, and the name of our Lord. I don't know, brothers and sisters, but this one doesn't look clean to me. Все, меня покрестили, видимо. Сейчас иди где-нибудь в больничке. Очнусь. Нет. О, пистолет, пистолет, бери пистолет. Это мы сейчас предысторию узнаем. Привести девочку. Open this door right now. I told you. I'm not gonna do it. Go away. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! О, давайте. Кто здесь? О, это Нью-Йорк. Нью-Йорк, Нью-Йорк. That idiot priest needs to learn the difference between baptizing a man and drowning one. She granted a sword of gold, so that I need to find out where the hell I am. Найти статую Колумбии. A key of gold, so that Eden might have industry that set her above all other nations. To Father Jefferson, a scroll. Jefferson, Franklin, so that Eden might have laws that set her above all other nations. And so each year we recommit ourselves to our founders and our prophet, Father Comstock. And recommit to our prophet, Father Comstock. So that we may follow in the prophet's path. Amen. Our prophet fills our lungs with water so they may better love the air. Блин, как красивенько, да? Ладно, идемте. Статуя.
with flaming sword. Монастырь сумасшедших. No chance, just because a city flies don't mean it ain't got its fair share of fools. Семя пророков, зайдет на трон, пламенем омоют людские горы. Это мы где-то читали. Давайте зайдем сюда. Вот она, Колумбия. О, да. Город в небесах. Обалдеть. Стилистика просто, просто шикарно. Мне вот очень нравился в Dishonored, да? Сам город, сама прорисовка как бы. Всего здесь, наверное, еще круче. К сожалению, вам Dishonored не понравился, да? Зрителям как-то не очень смотрели. Съесть попкорн. Ничего, да, что это попкорн свела, а мне хот-дог. Можно тоже? Потому что я тебе еще деньги заберу случайно где-нибудь там. Романа Уикена нет, к сожалению. Ладно, колумбийцы. Блин, все двигается. Вообще обалдеть. Немного так размылено, но, по-моему, вполне, вполне нормально. Ну, вот такого нет, как в некоторых играх. Для скаута свободы нет слова «хочу», только слово «должен». Должен. Что-то ты какой-то чересчур большой. Окей, нажмем на кнопочку N, посмотрим, куда нам идти надо. Найти статую Колумбии. Хорошо, туда мы, значит, не пойдем. Естественно, естественно, мы пойдем. Посмотрим, чем тут люди занимаются. В клевых шапочках. Ничего интересного, они хотят при мне говорить, да? Индивидуальный ремонт. Распродажа. Never hire an artist, my dear fellow. They are a temperamental and unreliable lot to a man. Uh-huh. I told him that the park is exceedingly far behind schedule. The, ребята, the если landscaping я... is half finished. The statuary hasn't arrived. Слово пророка. Блин, что-то я заговариваюсь. Ладно, не буду читать. Просто посмотрим на это немое кино. Неоднозначный фильм. Но мы получили ачивку. Отлично, я не зря уже пришел. В кассе бабла нету, к сожалению. Но зато есть голософон. Это здоровый такой. Давайте послушаем запись. I asked her, why do you show this to me, Archangel? I'm not a strong man. I'm not a righteous man. I am not a holy man. And she told me the most remarkable thing. You're right, prophet. But if grace is within the grasp of one such as you, how can anyone else not see it in themselves? Мальчик, дай газету. Что там пишет? Вся Колумбия ликует. Ну да, по сравнению с Рапчером, тут вроде бы все не так уже плохо. Но это только начало, видимо. Хорошо, куда мы? Можем зайти в магазин какой-нибудь, купить что-то, может, интересное. Ну, вроде бы прекрасный город, да, но если не считать вот тех вот религиозных фанатиков. Я не могу на себя посмотреть, да, как я выгляжу, к сожалению. К сожалению. Так, что? Ящик? Нет? Нет. Что это? Ух ты! Какая лошадка! А, парад? Ух ты! Sorry,
And so our prophet led the people away from the Sodom below, up into the city, where they created an even more perfect union. But it was the miracle child, the lamb, that is the future of our city. For the prophet has said that she in the tower will lead the Sodom below into righteousness. Блин, как здорово. Так, мы тут чего-то явно пропустили, пока шли, смотри, здорово, отличный город, я могу ваше вино выпить или что вы тут пьете, а, ребят, вы не против, правда? Лошадь, какая отличная лошадь, какая конструкция, блин, чувак, можешь покатать, нет, нельзя посесть никак, что-то где-то написано. Колумбийская лотерея. Этого, да? Лотерея, ярмарка номер 2. Значит, это уже не первый год. Так, дата была где-то, да? Нет, что-то, блин. Лотерея. А, не номер 2, 1912 года. Окей. Ну, хорошо. Все радуются, все ликуют, все очень здорово, похоже. Но где-то здесь подвох. Так, ярмарка. Columbia Raffle and Fair. Лотерея. Я выиграю лотерею сейчас, наверное, да? Нет? Бочка. Почему во всех бочках деньги лежат? Так, нам куда? Нам туда, не наверх. Странно, давайте зайдем. Сюда. Привет. Все, о, он тоже понял, что что-то тут не то, да? Здоровья много, здоровье мы восстановили. С собой я взять, как я понимаю, ничего не могу. Я не хочу радио слушать, мне песни такие в ужас вводят. Так, это все радио, да? Не видно курсорчика, к сожалению. Наверное, когда будет у меня пистолет или что-нибудь, тогда будет видно. Но так пока что не очень удобно. Непривычно просто. Давайте посмотрим. Очередное кино. Отличное немое кино. Правда, почему-то совсем не смешное какое-то. Слово пророка представляет. Остерегайтесь. Лжепророк стремится сбить вас с верного пути. Кто такой лжепророк? Это он или он? Нет, это он! Или я? Наверное, я. Только наша бдительность защитит Агнца от лжепророка. Великолепное кино, великолепное. Хорошо, я согласен. Я просто согласен. Так, говорят нам туда, но я же не могу пойти туда, не зайдя куда-нибудь вот сюда, например, да? Would you care for a boutonniere? We're raising money for the Girls Patriotic League. Купите бутоньерку, мы собираем... You'd look dashing with one in your lapel. Come back if you change your mind. Я передумал. Давай нам бутоньерку или как там это называлось. Цветочный магазин закрыт, да? И распродажа только на улице. Здрасте. Почему вы не на празднике? Там вот что-то мигает, нужно по-любому это что-то забрать. И схавать сыр, целую эту, головку сыра. А, блин, я... One man goes into the waters of baptism, a different man comes out, born again. But who is that man who lies submerged? Perhaps that swimmer is both sinner and saint, until he is revealed onto the eyes of man. Думал, что я не успел послушать, но можно нажать кнопочку J и прослушать последнее вот это голосовое сообщение. И кнопочкой J выключить его нельзя, к сожалению. А вернусь через 5 минут. Ладно. Так, нам куда? Нам туда. Дальше идем, как обычно, идем в другую сторону. Песни поют. Акапелла. Нет, мне акапелла не очень как-то нравится. Это лучше, чем
может быть иногда. And radical on me, John. I do not want to be some character out of I Married a Vox Populi. Now, do I? Чуть-чуть не пропустил еду. Блин, зачем я все хаваю хожу? Как голодный. Так и все ем. Там ничего не поделать. Yeah, that's where they said I'd find her. Telegram, Mr. DeWitt. Telegram for you, sir. Ты откуда меня знаешь? Интересно. DeWitt, stop. Do not alert Comstock to your presence. Stop. Whatever you do, do not pick number 77. Stop. Что бы ты ни делал, не бери номер 77. Отправляйтесь на остров монументов и найдите девушку. Да, давайте. Ну, монетка. Кто-то выронил монетку, когда смотрел в этот монокль. Привет. И ачивки прям дают за все подряд. Поп-дринк. Выпили содовую. У нас остановилась наша энергия. Что с вами, ребята? Что-то какие-то, я не знаю, тяжелые наркотики употребляете, по-моему. Так, да, это отсюда мы пришли. Значит, нам... Привет. Все? Да, все, видимо. Мордоров Кроуз. Так. Там есть коробочка, в которую можно заглянуть. Что-то схавать, да? И, в коробочке пусто. Так, а ну-ка. Что нам восстанавливает сладкая содовая? Сила? Не успел точно. Сила, наверное, да? Ну, наши магические силы. Плазмиды ведь никто не отменял, хоть их и переименовали здесь во что-то другое. И это что-то другое носит какое-то довольно смешное название. There, я не могу твой попкорн захавать, нет? А твой? И твой не могу. Ладно, мы идем дальше. И... Нас сюда не пускают. Streets closed for your safety, fella. They're prepping tonight's fireworks back there. There's enough TNT back there to blow Peking to Kingdom Come. Again. Roadblock. Better find another way around. Хорошо, мы будем искать другой путь в обход. На этом, ребят, я, наверное, буду заканчивать серию. Первую, если вам понравилось и хотите видеть больше прохождения этой замечательной, очень красивой и атмосферной игры, то вы пишите обязательно. Да, вы обязательно пишите. Those are vigors I'm talking about. Вигоры. Вигоры — это наши плазмиды из первого и второго Биошока. Ладно. В общем, да. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вы хотите увидеть продолжение. Он летает великолепно. Хорошо. Ну, давай заканчиваем. Все. Он закончил свою речь, и мы похлопаем ему молнию из рук, из пальцев. Хорошо, ребятки, все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, и увидимся в следующей серии. I am here today to tell. Those are no flights of fancy. Those are no tall tales told behind the pool hall. No, sir, no, ma'am.